И еще одна новость из Шымкента. Там остановили работу подпольного цеха по суррогатному производству алкоголя. Сотрудники агентства по финмониторингу обнаружили и изъяли алкоголь различных брендов, которые преступники намеревались реализовать с использованием поддельных учетно-контрольных марок. Всего около 3000 бутылок. Также изъяли 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкоголя и более 20 тысяч пустых бутылок. Все будет уничтожено. Задержанному хозяину цеха грозит штраф 1,5 миллиона тенге.